Главный милиционер Черниговщины заявил, что работники областной милиции задержали трех несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении двух убийств и четырех разбойных нападений, в том числе на местного журналиста Александра Ясенчука. Возраст подозреваемых от 12 до 17 лет. Еще один участник банды из-за своего малолетнего возраста не задерживался. У арестованных были найдены орудия убийств и вещи потерпевших. Правоохранители уже доказали участие малолетних преступников как минимум в 6 эпизодах, 2 жестоких убийствах и 4 разбойных нападениях. Ранее сообщалось, что жители Чернигова были сильно напуганы действиями какой-то преступной группировки, которая убивала и калечила людей.